Приветствую, дорогие друзья. Некоторые девушки приходят в ненависть, когда их называют Ленами. Ведь с какой стати, если она Алена? Таких возмущенных реплик в интернете множество. Есть и другие истории. Девушка по имени Елена с теплотой вспоминает, как папа в детстве звал ее ласково Аленка или Аленушка. Чтобы разобраться, нужно обратиться к истории, а вернее к этимологическим словарям имен. Словарь Петровского трактует имя Елена как производное от греческого «хеленос» – «свет». Народное употребление этого имени Алена – просторечная «Олена». Примерно то же самое пишут в словарях под редакцией других авторов. Современный словарь личных имен – сравнение происхождения написания. Суперанский трактует имя Алена как второстепенное от Елены и как ласковое произношение этого имени. Имя Елена берет свое начало в древнегреческом языке и является производным от «хеленос», что значит «огненная», «алая», «сияющая». Так греки представляли себе Луну, поэтому и назвали в честь нее богиню Селеной. Елена – это трансформированная в русском языке Селена. Кстати, в Греции до сих пор девочек называют Селенами. Со временем крещения Руси, 988 год, имя Елена вошло в святцы и календари, а Олена и Алена были его производными. На протяжении веков это имя одинаково было распространено как среди знати, так и в простонародье, о чем свидетельствует упоминание его в русских народных сказках. Но в сказках народ сам разделил имя и его производное на сословие. Так, если Елена Прекрасная или Елена Премудрая, нередко царского или княжеского происхождения, царевна Лягушка, Иван-царевич и Серый Волк, то Алена в основном из простонародья, сестрица Аленушка и братец Иванушка, чудесная дудка, разбойники и многие другие. Аленушка, жарко, я пить хочу. Не пей, братец, Еленочком станешь. Созвучие имени Елена и Алена со словом «лен» одной из основных культур, которые выращивают русские крестьяне, широко использовалось в народных поговорках, приметах. «Сей лен на Алену», «длинные льны Еленины косы». Российский ученый, филолог Леонид Щетинин проследил динамику чистоты русских женских имен за несколько столетий. Имя Елена, в частности, очень распространено было в 18-м, начале 20 века. Пик его популярности пришелся на 60-е годы 20 века. В 1961 году это имя было преимущественно городским. Самым популярным оно было во Владимире, Калуге, Костроме, Курске и Тамбове. Там подавляющее большинство новорожденных девочек получали это имя. В Пензе и Ульяновске от 87 до 97% девочек называли этим именем, а вот в селе оно в редких областях достигало 50% чистоты. С новой силой популярность этого имени вспыхнула в 1978-1981 годах. Елена была на первом месте по распространенности, но все же чистота была значительно ниже по сравнению с 60-ми годами. В истории России вошла бесстрашная женщина с именем Алена. Это Алена Арзамасская, женщина крестьянского происхождения, ушедшая в монахини. Во время войны под предводительством Степана Разина она возглавила один из отрядов численностью почти 600 человек, который участвовал во взятии города Темникова. Отсюда второе прозвище Алены Арзамасской – Темниковская. В 1980 году было официально признано разделение имен Елена и Алена. Последние стали регистрировать как самостоятельные. Но в православных святцах они по-прежнему значатся как Елена. По этим именам крестят как Елен, так и Ален. Как представиться, решать только вам. Ведь по документам эти имена разные, а по святцам, по сути, одно. Аленка для нашего города – это наш челлендж, наш стартап, наш бренд, наш хайп, пиар, оберег, визитная карточка города и, как сегодня говорят молодые, наш лук, то бишь образ. Приходите к Аленке, приносите ей цветы, назначайте тут свидание, загадывайте желание, возьмите ее за руку и помечтайте, и ваши мечты непременно сбудутся. Берегите Аленку!